Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Согласно данному обещанию, мы держим вас в курсе всех главных событий, которые происходят в жизни нашей организации. Сегодня мы приехали в экотехнопарк Skyway для того, чтобы рассказать вам о том, что здесь происходит. Пройдемте вместе с нами на площадку. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, для наших инвесторов, акционеров, партнеров и расскажите, где мы находимся и что сегодня здесь происходит. Меня зовут Владыка Павел, я ведущий инженер конструкторского бюро железобетонной конструкции ЗАО «Струнные технологии». На данный момент вы видели, как происходил монтаж рамы промежуточной опоры. Для того, чтобы конструкция, для того, чтобы монтировать конструкцию, нужно было обеспечить требуемые допуски по ТКП, монтаж строительных конструкций сборных. У нас вышло лучше, мы обеспечили допуски не только по ТКП, но еще и уменьшили их в два раза. На данный момент еще обследовали, проводили авторский надзор на армирование конструкции. Сейчас уже, как вы можете посмотреть, поставлена опалубка на диафрагму 1 анкерной опоры, которая впоследствии будет являться и посадочной станцией. Отклонений никаких не выявлено. Данная диафрагма уже, так как строители имели опыт постановки одной диафрагмы, на второй диафрагме возникало намного меньше вопросов. И, соответственно, процесс работы происходил быстрее. Бетон на первой диафрагме уже набрал проектную прочность, поэтому уже была снята опалубка. И, соответственно, ждем, пока готовится на заводе бетон для заливки первой диафрагмы. Арматурные каркасы выполнены по всем требованиям, с требуемой точностью. Соблюдены все защитные слои, соблюдены все пересечения арматуры по нашему СНБ в правильной последовательности. Поэтому за работу данной конструкции по назначению мы не беспокоимся. Ждем, покуда приедет бетон. Прекрасно. Мы видим, что в любую погоду сотрудники ЗАО «Струнные технологии», а также подрядчики работают, что не может не радовать. А скажите, вот вы говорили о точности этого ригеля, установки этих стоек. А почему это важно? Что здесь будет? Это, как я понимаю, первая промежуточная опора. Да, это первая промежуточная опора. Сейчас вы видите, что установили две стойки, установили ригель, которые данные конструкции образуют раму. Еще не хватает в данной конструкции верхнего ригеля, который будет размещен на двух стойках. И по этому ригелю будут монтироваться металлические фермы, которые также будут являться путевой структурой. В дальнейшем должны поставиться таких же 18 опор, где-то будут и металлические опоры, в основном все железобетонные, и, соответственно, расстояние между этими опорами 50 метров, и
по этим опорам будет укладываться путевая структура. Точность нужна была для того, чтобы обеспечить нам большую комфортность при передвижении юнибуса по путевой структуре. Спасибо вам большое, очень было интересно. Я думаю, что мы покажем установку верхнего ригеля и все остальное, о чем вы говорили, по мере продвижения работ в экотехнопарке Skyway. Стройте свое будущее вместе со Skyway. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу aerosway-systems.com. Становитесь членами нашей команды. Строй Skyway! Спасай планету!